Hey, yo, guys, Мишимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Morbid the Seven Occultists. Короче, мы с вами на набережной, проклятое село называется это место. О, тихо. Я понял. Но если что, у нас тут недалеко хилка, поэтому потом сбегаем, отхилимся. Ой, не туда. Оу! Ого-го, тихо. А меня могут убить, когда я медитирую, интересно? Нихера себе. А чё это такая рыба жесткая была? А, заметил меня все-таки. Ну, допустим. Заметьте, так звук становится более громкий. Я не понял, почему там такие враги были жесткие на меня напали. Да, опасная рыбёха. Фу, я думал, он меня заметил. Ну, короче, удар у ворот, удар у ворот. С тем магом я вообще драться не хочу. Главное, короче, попасть. Главное успеть увернуться, а там все равно. Ладно, две каши. В смысле? Вот. Интересно, сколько мне отхилит. Но оно довольно медленно хилит, если честно. О, еще дали кашу. Шаман рыба, новая запись. Малая руна падка. Одна из заколдованных рун печати, пораженных бездушной богиней Долгахар. Добавляет оружие эффект кровотечения. Ну
Следующий вопрос, как это одеть? Короче, ясно. Так, как стрелять? Ага. Короче, есть какие-то усиленные враги. Как я понял. Хорошо. Ну, клетка... Мы на этом ловушку сделали. Ну, типа, 6 секунд оно хилит. Но оно, короче, 1/4 отхиливает. А не, нифига. Ну, а не суть. Двери не открываются, поэтому попасть внутрь мы не сможем. Я успел. Удар у ворот. Как узнать, какой враг из этих сильный? Вопрос, где трава уничтожилась? Ага. Сейчас мы его испытаем. Ну, типа, мне главное успеть отойти. Малая руна одиночества. Холод дает. О, он блок делает. Так, левел ап сделали. Руна одиночества еще одна. Огненный гриб. Но это мне получается поможет. А, он на огнестрел добавляет точно. Короче, главное сделать так, чтобы не атаковали спиной. Интересно, если я просто сделаю сильную атаку на них? Ага. Окей.
Попробуем. Ага. Ага. Боцман, ты чё такой ж злой? Ну, это типа мини-босс. Ну, это легкий мини-босс. О-о-о-о. Готово. Бортовый журнал Боги. Большинство страниц испорченной водой и рыбной слизью, но некоторые фрагменты еще можно разобрать. Страница номер 2. Плавание началось отлично, рыба клюет хорошо. Капитан приказал организовать вечером пир. Страница 7. Последние несколько дней у всей команды был ночной бред и одинаковые видения. Может, перегрелись на солнце? Страница 15. У одного из матросов были горячечные видения, и он покончил с собой. Вся команда трясется от страха, ходят слухи о проклятии. Страница 17. Ночью капитан прыгнул с корабля. Трус. Моральный дух экипажа никакой. Страница 21. Качаясь, да, море обернулось против нас. Заболели еще шестеро. Немедленно возвращаемся домой. Страница 36. Мы сходим с ума. Вести журнала я могу только в короткие моменты прояснения. Теперь смерть кажется благом. Так, журнал Боцмана мы получили. Оу, е. Так, осталось только отсюда выбраться, не подохнув по пути. И сохраниться. Блин, я не понимаю, что вот это такое? Типа, оно мне заполняется, разум мне вообще не тратится. Ой, тихо, та еще живая рыбёха. Ау. Куда она добавилась? Тогда у меня не добавлялось. Так, холод 15. Так, кстати, мне нужно вернуться обратно. И желательно сохраниться. Ну, блин, лучше бы еще безопасно бежать. А то сейчас на меня еще кто-то втихаря нападет. О, фу, блин, напугало. Медитация. Готово. Ой. Назад, назад, назад. Так, обучение. Ну, бегать мы знали. Особая атака. Задержка, блок, сундуки и опыт. Ага, очки опыта, которые вы зарабатываете, убивая врагов и выполняя задания, представлены в виде мозговой жидкости. На вашей дисплее, как только округ заполнит, вы получите очко навыка. Но где его тратить, еще не ясно. Стяжковые врата. Стяжковые врата – биологические организмы, которые развиваются в толстые непроницаемые образования. Гахар использует эти подобные растения существ, чтобы разделить королевство и править им. Подчиняясь только воле своих хозяев, барьеры из щупалец не отступают ни перед кем. Однако есть способ преодолеть внушительные стены щупалец, разрушить зачастую незащищенную и уязвимое сердце организма, обреченная солью.
Это вот эти фонари? Или чё? На некогда процветающую рыбацкую деревню солью напала странная хворь, превратив это место в пустыню. Развалины. Пустые развалины. Воды у берега соли опустели, а некогда гордые жители превратились в безмозглых морских чудовищ. Трагическая судьба настигла солью и ее жителей примерно в то же время, как в Морне появились злобные гахары. Многие считают, что эти жесткие божества и виноваты в ужасных судьбах гавани. Сегодня мало кто осмелится наведаться в проклятое село. И правильно. Единственный проход между солью и старым Морнией – это длинная и полная опасности пещера, кишащая мясо цветами и охраняемая, если верить слухам, мерзкими безглавыми, безглазыми тварями. Ого. Так, бортовой журнал. Это можем бортовой журнал прочесть. Огненный гриб. Руны. Созданные гахарами могущественные символы, изначально они были предназначены для вселить страх в марнийцев. Презренные приспешники жестоких божеств использовали руны печати Долгахара, руны страха, Гулгахара и руны гнева, Балгахара, Долгулбал, как знаки верности и устрашения. Однако даже боги могут попасть в жертвы изобретательности смертных. Орден Дебрима нашел способ овладеть силой рун. Они придумали способ наносить символы на свое оружие, тем самым омрачая могущественные артефакты зла против их создателей. Баллон Громби. После изобретения оружия, приведенного к движению газом образа, оружие превратится... Это было уже? Да, это было. Это было. Двуручный меч. В ордене Дебрима каждое будущее стремящееся приступающее к обучению выдавлял меч Дебрима. Прекрасное оружие, которое могло послужить после обучения. Ага, это уже тоже было. Ну, именно описание. Друзей у нас еще нету, хотя вот один из наших другов. Вот, которого мы уже встретили. И вот он. Двужаберный страж. Проклятие соли было определено результатом сильных чар. Только могущественное божество способно одним заклинанием вызвать такое разнообразие последствий. Кости стражей соли медленно и мучительно истончались. Вместо ослабленных конечностей появился огромный щупальце. Мышцы, однако, не изменились, что благодаря новому хрящевому туловищу и крепким щупальцам позволило им сохраняться на суше невероятное вертикальное положение. К сожалению, они потеряли разум и теперь обречены вечно хранить свою опустевшую гавань. Шаман-рыба. В результате проклятые шаманы Солли приобрели непривлекательную форму мутировавшего сома. Высокий уровень сознания позволяет им частично сохранить разум и избежать участок. Остальных шаманы превратили в рыб не полностью. К их несчастью, результатом полусознательного состояния стало появление примитивной культа, члены которого молились за возвращение изгнанного правителя Лорна. Когда Долгахар захватил Лорна после его возвращения и вырвал ему глаза, шаманы приказали всей деревне тоже выколоть глаза в знак твердой поддержки их владыки. Слабоумные жители деревни не смогли возразить, и поэтому вся деревня ослепла ради искалеченного правителя. А почему они на меня нападают? Они же слепые. Они должны только слышать меня, и все. Разве не так? Боцман Борга. Когда лошар Борга вернулся домой из плавания, обрекшего солью на печальную участь, он заразился и сам. Первые симптомами были посинение кожи и жар, как у остальных моряков. Далее последовали зеленые гнойные язвы и слизь. В конечном итоге
покрывшим всю кожу. После этого организм начал мутировать. Сначала появились жабры, затем между пальцами начала вырастать кожистые перепонки. Позвоночник изогнулся, а кости уменьшились и превратились в хрящи. Когда это ужасное превращение завершилось, в Ларше Борга не осталось ничего человеческого, ни физически, ни психически. Ну да, видите, он похож на акулу, в принципе, как я и говорил. Ну чё, полетели. Так, подожди, нам сюда теперь. Да будет проклято, Долгохар. Уже 84 дня, как я не могу найти хорошие рыбы. Были времена, когда солью первоцвета светило солнце, и было полно рыбы. Но гахары прокляли деревню, и несчастье стало на якоре в нашей пристани. Раньше мы были умелыми рыбаками и гордыми своим ремеслом, но рыбы не стало, мы утратили человеческий облик, и нам больше нечем гордиться. Но вы похожи на того, кто может подсобить старому морскому волку. Сможете принести мне банку с червями с пристани? Обещаю, вы не пожалеете. Так, это пристань, да? Ага, я понял. Ну, как он меня увидел? Вопрос. Ну, меч хороший. Еще бы на него эффектики поставить. Было бы имба, мне кажется. В принципе, два удара надо. Один мощный, ворота и обычные. Так, подожди, как стрелять? Как использовать личное оружие? Тут вообще есть? Стрелять с этого. Как стрелять с оружия? Удерживать. Ну ладно. Если удерживать. О, это что новое стоять? Допустим. Я думал, это одна из тех моментов. О, ваншот, нихера себе. Злобная рыбка. Хрюшка. О, неплохо. Столько успокоительного дали. Людей вешали.
Так, давайте я вернусь назад, посмотрю, что я там упустил. Так, я вниз, да, не пошел. Ну да, типа просто больше тратится. А я сюда ходил? Да, это ж город, я бегал. Давайте старику найдем. Что ему надо? Блин, была бы тут карта, было бы намного удобнее. Ну то, что я ваншочу обычных врагов, меня радует. Хорошо. Ой. Ша, мы сейчас туда все равно к нему пойдем. Так, грозовой гриб мне дали. Ага. Ого. Так даже в самой, понимаете, маленькой может находиться то, что мне надо. Даже вот в этой может находиться то, что мне нужно. Вот. Новый уровень. Ну я не могу апаться. Почему я не могу апнуться? Но у меня довольно здоровый радиус атаки, это меня радует. Так, большая руна ярости. Огонь, кровотечение. Так, грозовой гриб. Грозовой гриб. По шляпке гриба с шипением ползания крошечных электрических дуги. Если вы неосторожно возьмете за шляпку, а не за ножку, грозовой гриб вас неприятно поразит током. Позволяет добавить оружию удар электрическим током. Ну это типа смазки, знаете, на оружие. Сольянский трезубец. Кровотечение плюс 8. 25% скорости атаки. Минус 9 к урону. И к силе минус 17. Обычный трезубец используемый на побережье Соли. Предназначен в основном для рыболов, для рыбалки и ныряния за сокровищами. Но может послужить и хорошим оружием для защиты от пиратов и рыбных воров. А ну-ка, давайте я надену. Ну нет. Ну типа... Да, скорость атаки увеличена, но мне это не нужно. Здесь урон. Важен урон. Все, я его грохнул, это нормально.
Блин, вот плохо только, что стамины мало. Мне бы стамину вкачать немножечко. Ваншот, ванкил. Неплохое, да, у меня оружие. О, святилище, найс. Идеально. Это, получается, враги высшего уровня, типа выше, чем у меня. Но у меня уровня такового как бы и нету. Так, стоп, а ты откуда взялся? Откуда вы взялись? Откуда? Так, рыболовчик, ты где там, мой? Мой друг рыболов. Держим. Банка сочных червей. Спасибо. То, что надо. Если вы думаете, что они станут наживкой, так нет. В этот нет смысла. Рыба клюет редко. Я потушу их. Хватит, чтобы продержаться еще пару дней. Так что спасибо еще раз. Вот, кое-что за ваши усилия. Как и было обещано. Что мне дали? А, вот. Орлейский лук. Орлейский лук. Большинство арбалетов заводились в Морнию. Из далекой стороны Айр, где это бесшумное смертоносное оружие создало мифическое берсерк-убийца. В процессе создания использовали пепел вулканической почвы, что позволяет айр-рейцам получить чрезвычайно легкие, но прочные конструкции. В убийстве ради добычи еды, для забавы и на войне нельзя недооценивать элемент неожиданности. Айрверские арбалеты стреляют почти бесшумно, поэтому, когда противники услышали нежный свист, рассекающий воздух стрелы, попадания уже не избежать. Ну, давайте надеем. По сути, оно стреляет тем же самым. Так, подожди, а как мне... Ну, блин, слушайте, если так смотреть, то место здоровое и запутанное. Не буду ворать, ничего такого говорить. Место реально здоровое. Так, тут я был. Да, тут я был. Вниз. Так, туда можно сходить. А влево я был? Блин, там святилище, я могу, в принципе, сохраниться, да и все. По сути. Допустим. Так, мага убил. Ага, все, я понял, где.
Добро. Хорошо. То есть в спину все-таки критический урон наносится. Это нужно принять к сведению. Ясно. О, светилка. Но если я подсвечусь, то враги восстановятся. Так, ладно, сейчас грохнем волшебника. Бац. Ага, это я понял, что за место. Не вижу смысла использовать. Ну блин, давайте, ладно, пойдем сохранимся, быстренько пробежим, посмотрим, что там дальше будет. По сути, должен уже быть босс. Наверное, будет. Я надеюсь, по крайней мере. Ау. Ну, это, понятно, медитация снова. Готово. Где мои очки прокачки? Я хочу уже прокачать уровень. Типа это угол, где он застрял, да? Ау. Так, подожди, сейчас я пойду там сломаю. Если что выпадет, то будет прикольно. Если нет, то... Ну, это не очень прикольно. То есть предметы, которые мы уже подобрали, они уже выпадать не будут. Я не знаю, что на что это влияет. Полоса. Безумие. Хорошо, мы вышли на набережную. Так, там кто-то здоровый стоит. Я не уверен, что к нему стоит подходить. Так, походу там где-то с другой стороны я только могу обижать.
Да. Какие-то... Воу-воу-воу! Короче, он меня закрывает. Он меня закрывает и атакует. Ау. Большая руна одиночества. А, они стакаются, это хорошо. На мне. Здоровый кит. Как-то вот так сделаем. Вау. Хлоп. Хлоп. Так, уже время, 41 минута. Где босс? Босс, либо хотя бы что-то типа того. Так, либо он, либо он мертвый, либо он притворяется. Одну из двух. Кровоточащий. Блин, а сейф на самом деле довольно далеко находится, да? А, это пещеры. Точно, это ж пещеры. Пещеры одиночества. Можем, в принципе, закончить на этом. На пещерах продолжить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.